Это информационный тележурнал «День за днем». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Константин Симонов. Здравствуйте. В течение лета в 4 тобольских школах отремонтируют спортивные залы. Также идет большая работа по обновлению бассейнов в 5 детских садах. Средства выделены и из областного, и из городского бюджета. А также финансирование идет при поддержке компании «Сибур» в рамках программы «Тобольск-2020». Подробнее в материале Елены Маковой. Пока это помещение мало напоминает школьный зал физкультуры, но за лето строители должны сделать здесь современную спортивную площадку. Капитальный ремонт в спортзале школы номер 7 идет с 1 июня. Сейчас выполнено 30% работ. Демонтажные работы выполнены. Сейчас подготовили полы. Сегодня приезжает специальная бригада, будет заливать основание уже. Школа номер 7 была построена 35 лет назад. Здесь постепенно уже обновили актовый зал, библиотеку и другие кабинеты. В этом году очередь дошла до спортивного зала. Его капремонта особенно ждали. В учебном заведении более 800 школьников, и каждый второй занимается спортом. Завершить ремонт строители планируют к началу нового учебного года. Ремонтная работа проводится планово. И я уверена, что это будет современный спортивный зал с хорошим покрытием, где детям будет комфортно заниматься физической культурой. Надо сказать, что у нас и много призовых мест спортивных. Очень много ребят любят заниматься спортом. В спортзалах 16, 17 и 9 школ тоже этим летом капремонт. Сейчас определяется подрядчик. А во втором корпусе детского сада номер 1 капитально ремонтируют бассейн. 10 лет он не функционировал из-за плохого состояния. Но скоро водные занятия возобновят. Строители уже заканчивают работы в помещении и в самой чаше. Все системы заменены на современные, соответствующие всем требованиям безопасности. Но в проекте не только это важно. Важно, чтобы детям было интересно. В итоге должен получиться батискаф на дне моря. Будут, конечно, дети купаться. Будут старший дошкольный возраст в основном здесь обучаться плаванию. Я думаю, что мы всех желающих здесь разместим. А вообще нужен бассейн в детском саду? То есть это все-таки какой-то важный элемент воспитания? Конечно, это относится к физическому развитию ребенка. Закаливание в том числе играет важную роль. Также ремонты бассейнов идут полным ходом и в других дошкольных учреждениях Тобольска. В работе сейчас у нас получается 5 бассейнов в детских садах. Это вот мы сейчас находимся в первом саду. Кроме этого, еще 2 корпуса 40-го сада, 51-й, 2-й корпус и 49-й, 1-й корпус, ремонт бассейна. В общем, где-то порядка 37 миллионов общая стоимость этого ремонта. Ну а те, кто в программу капремонта пока не включен, новый учебный год тоже встретят обновленными, хотя бы по косметической программе. Елена Макова, Рустам Рузеев, «Тобольское время». А в отделе тобольской полиции выявили самого меткого сотрудника ГИБДД. Соревнования по стрельбе из боевого оружия приурочили к празднованию 83-летия со дня образования госавтоинспекции. Упражнение номер 4. Оно у нас называется «Расстояние 10 метров, поразить мишень 4 пулями, выбить максимальное количество очков». Грубым нарушением является нарушение мер безопасности. За это сразу сотрудник отстраняется до сдачи теоретического зачета. Порядка 20 дорожных инспекторов боролись за право стать лучшим стрелком отдела. Победу одержал инспектор дорожного надзора Алексей Рябков. Ну, я думаю, что помогло простое везение и поученные до этого навыки в стрельбе, но остальные стреляли все, в принципе, на равных. Просто, наверное, немножко повезло больше, чем им. К счастью, во время исполнения своих служебных обязанностей сотрудникам ГИБДД оружие приходится применять очень редко. Оперативникам тем временем удалось задержать преступника, который до смерти избил женщину. Об этом говорил весь город. Напомню, в мае в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение, что на площади у Вечного огня обнаружена жестоко избитая женщина. Никаких документов при ней не было. На место выехала бригада скорой помощи. Тоболячку госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, через некоторое время от полученных травм пострадавшая скончалась.
По данному факту полицейскими проводился ряд оперативных мероприятий. По составленной ориентировке в отдел полиции ежедневно доставлялись похожие по виду мужчины. Всего оперативники опросили свыше 150 человек. Установлены свидетели и очевидцы произошедшего. Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый местный житель 1988 года рождения. Стражи порядка выяснили в день преступления. Пострадавшая подошла к подозреваемому и попросила у него денег, на что получила отказ. В результате завязался конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину и скрылся. Задержанный свою вину признал. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В Тобольске продолжается театр-фест. Московский театр нации уже традиционно представляет нашим зрителям интересные постановки труп из разных городов. Выходные Тобольков и гостей культурной столицы Сибири на площади у Кремля покорили уличные театры. А накануне вечером свой спектакль представил сам театр нации. Это постановка по пьесе грузинского писателя Надара Думбадзе, ставшего одним из классиков советской литературы. В центре внимания вроде бы простая история о мальчике Зурико, о его детстве, юности, о жизни, наполненной трагическими переживаниями и любовью. Как ее приняла тобольская публика, узнала Анастасия Плеснина. Здравствуй! Ответил про себя Мурада. «Я влюбилась» – звучали женские голоса на выходе из зала после бурных оваций. Сумасшедшая харизма актера заворожила зал с первых минут. Идею спектакля о мальчике Зурико Георгий Абадзе 10 лет вынашивал. И эта постановка отразила все грани его таланта. Здесь он и режиссер, и автор инсценировки, и хореограф, и все роли сыграл сам. Я обращался к режиссерам разным, вот, но никто как-то не проявлял инициативу. И тогда я решил, ну ладно, тогда я сам сделаю, сам всех сыграю еще лучше. Буду и Мэри, и Зурико, и Ларион, и Лико. Я вспоминал свое детство и вложил своего деда, вспоминал. Вот и эти воспоминания мне помогли в этом спектакле. За что тебя пробрали? Нравится мне, чем я пробрали, Бог их знает. Проговорил про себя Мурат. И эта смена ролей в доли секунды на сцене удивительна. Здесь у каждого персонажа свой характер, жесты, говор, мимика, пластика. А насыщенный национальный колорит, пронизывающий спектакль, практически перенес зрительный зал в грузинские красоты. Артист, свет и гитара. Этого было достаточно. Во-первых, он очень пластичный. Во-вторых, чудесная история. И говорилось о таких трагических вещах с таким юмором, с такой легкостью. О сути бытия очень здорово. Я жалею, что не пошла со мной моя семья сегодня. Я влюбилась. И не только женская половина зала завороженно наблюдала за каждым движением. Этот спектакль для мужчин, настойчиво отметил один из зрителей. Это действительно спектакль про каждого из нас, потому что в детстве каждого есть те воспоминания, которыми хочется поделиться, и поделиться страшно. У актера это получилось. Мы ему поверили, поэтому были слезы, смех, любовь. Ну и благодарность. И любовь оказалась взаимной. Артист не впервые в духовной столице Сибири. Мы возили с другом Колей Климчуком Моцарт Сальери и здесь выступали. И я еще тогда запомнил зрителя тобольского. И вообще город, эту энергетику. Мне очень хотелось сюда приехать. Вот спустя 12 лет я очень обрадовался, когда мне сказали, что в Тобольск поеду. Потому что я помню, с каким теплом нас принимали тогда и сейчас. А еще, по признанию актера, хотелось, чтобы зритель прочувствовал глубину и других произведений Надара Думбадзе. Ведь грузинская классика тоже о самом человечном и сокровенном. Анастасия Плеснина, Рустам Рузеев, «Тобольское время». А сегодня вечером на тобольской сцене снова театр нации, снова с неординарным спектаклем. Наш корреспондент Наталья Китова сейчас с нами на связи и готова рассказать подробности. Наташа, тебе слово. Здравствуй, Костя. Мы продолжаем знакомить тобольчан с лучшими постановками театра нации «Фест». Буквально вчера в мультицентре «Моя территория» состоялась творческая встреча с Сатей Спиваковой. На ней гости могли задать вопросы касательно ее творческого пути, а также участия в телевизионных и театральных проектах. А моя коллега из «Тюменского времени» Дарья Власова смогла записать с ней интервью. И кусочек из него я предлагаю посмотреть прямо сейчас. Кстати, в нем актриса призналась в том, что участие в проекте, фестивале для нее стало приятным сюрпризом. Смотрим. Спектакль «Театр нации», давайте будем честны. Вот
Это в моей жизни такое счастье случилось. Я считаю, что это такой подарок небес, то, что Театр наций взял спектакль, который мы с коллегой, с моим, с Володей Кошевым, и с, делали как одноразовую такую как бы акцию к 200-летию Ивана Тургенева. И так звезды сложились, что делали мы это на малой сцене Театра наций. И Евгений Витальевич Миронов увидел этот спектакль и решил, это был не спектакль, это было театрально-музыкально-концертное такое просто действо. А он решил из этого сделать спектакль. И в Тобольске премьера, да, фактически. Кстати, это очень, да, удивительно, потому что обычно все премьеры в Москве, а тут в городе. Ну вот нам доверили, это большая ответственность, потому что фактически премьера, мы уже сдали спектакль. Миронов принял официально. И теперь в Театре нации он будет идти регулярно, я надеюсь. Буквально через несколько минут начнется спектакль «Тургенев. Метафизика любви». В основу музыкального спектакля положен одноименный сценарий Сергея Соловьева, который был создан специально для Татьяны Друбич и Олега Янковского. В нем повествуется о близких и непростых взаимоотношениях русского писателя Ивана Тургенева и французской примадонны Полины Виарда. Ну а кроме замечательного сюжета и игры актеров, можно насладиться еще и музыкой. В спектакле прозвучат композиции классика Федерико Шопена, эксцентричного пианиста 20 века Эрнеста Сати, российских композиторов Исаака Шварца и Леонида Десятникова. Ну, а у нас уже прозвенел первый звоночек, а это значит, нам пора занимать свои места в зрительском зале. Студия. Спасибо, Наташа. А я хочу добавить, что у Табаляков еще есть возможность прикоснуться к прекрасному. Работу Театра нации «Фест» 7 июля завершит постановка режиссера Олега Долина по пьесе Островского «Снегурочка», которую зрители также смогут увидеть на сцене Тобольского драматического театра. А делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах Тобольского времени в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Классники, расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Тобольском времени. В Тобольске облачно с прояснениями, воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс 12. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Осадков не ожидается.